Привет всем, с вами Лига Music Wars. И у нас сегодня последний бой, решил остальные вам не показывать. Ну, как бы мы выходили в 16-15 человек, но нам попадались там по 7, по 8 на ВМке, ну там ничего интересного как бы не было. И вот мы заходим, и тут, короче, народу прям адекватно. Мы думаем, ну это надо, короче, оставить. Но самое смешное было в том, что ребята, короче, с конца света, они давай в чате писать, типа, о, к нам доктор пришел. И началось, короче, веселье. Ну, я думаю, что, типа, будет весело сейчас. Ну, тут хотя бы 13 человек, еще что-то. Но тут мы начали спорить насчет тактики. То есть я сказал, что давайте, ребята, в 4 фаза, ну, в 4 фазы хотя бы по 4 будем выносить. То есть никаких проблем нету, когда меньше останется, уже будем тычками забирать. Ну, типа, говорит, кто сказал, у меня фазов нету, у меня ведьмины лучи, кто сказал, у меня есть протонки, у меня нет, короче, и получилась смешанная тактика. Вроде как бы и 4 фаза поставили, и поставили протонки и волны на квадрат, но не хватило протонок на удар, хотя бы надо было бы 5. Ну и когда мы поняли, что этих уже не добиваем, ну, то есть решили на оставшихся раскидать, короче, по расходу. Ну и все, вроде как бы все цели закинули. Ранить, в общем, всех, потому что со следующего хода будет уже какой-то заряд, то есть если нас не добьют, то мы уже будем в ответку отвечать. Ну, сильно я все разговаривать, короче, не буду, поэтому буду некоторыми местами, ну, то есть молчать, а скорее всего запущу уже после музыку. Сейчас покажу первый ход. В общем, списывались с ребятами в чате, они сказали, давайте запилим общий видос, ну, типа, хотя бы на последнюю битву, она была действительно последняя на ВМке, ну, и получается такая вещь. В общем, я ставлю первый по расходу, мы бьем в 4, ни критов, ничего, короче, нету, и получаю я обратно волну сразу же, ну, то есть, 21 осталось, и я думаю, блин, ё-моё, вообще просто жесть. Прилетает граната, вот я про что и говорил, что будут, короче, заряды, если будут, то будут как раз вот такого вида. Плюс, считай, у нас, ну, выбито 2 у противника и раненые, то есть мы вообще хорошо, короче, сработали. И я думаю, ну, надо добивать все, короче, то есть, ну, нечего, короче, делать. Ну и наши решают, что становится, короче, неинтересно. Вроде давай, короче, повеселимся. Все равно кто щиты набрали. И большинство наших просто ушло, они даже бить не стали. То есть нас на зарядах, то есть получается двоих, мы хорошо вышли. А остальные, ну, так не очень. Ну давайте досматривать, я уже тут, ну, ничего комментировать не буду. Потому что... А, ну да, тут еще, кстати, удар в щит был такой противный. Да, с одной волны я мог убить его. Но мне хотелось его просто убить, просто Криса этого. Чтобы нет, он не выдрющивался, блин. Они же на меня навели. И, короче, меня вот тычками здесь завалили. Вообще просто унижали эти 10 уровня. В общем, по 2 вышли. Сейчас еще будет несколько, короче, тыков под несколько фазов. И все. То есть, соответственно, тут просто сейчас повыбивают народ. Ну и мы... И мы честным образом, короче, выигрываем.
Ну и последний ход я хотел показать. То есть, говорю, давайте тычками заберем, короче, всех. Ну, то есть, вот. Типа, да ну, говорит, его нафиг, куда, говорит, заряд. В общем, бьются, продолжают за топовые места. То есть, первое, второе, третье место, чтобы собрать. Поставили, короче, все, даже расход поставили. Даже волны слили, короче, два на полном заряде. Алекс, блин, ну, красавчики, конечно. А ребята просто, ну, тычками разошлись. Ну, и это была последняя наша битва, короче, в ВМке. Это, ну, я там на пятом месте, но меня убили, короче, первым, не знаю, не любят, наверное, меня как-то, так скажем. Ну и после чего мы, короче, вышли, получается, в топы на 48 место, но, к сожалению, не зацепились там, не сохранились, и мы, в общем, скатились немножко, ну, не намного, потому что там уже, ну, никто не сражался. Ладно, ребят, играйте в ВМ, но играйте не сильно напрягаясь, потому что посмотрел видосик от Талисмана, посмотрел вообще, знаю, видосики Санчеса, слишком много расхода ребят сливают у них, я не знаю, ну, за топы биться, короче, здесь это бесконечное сливание звезд, по-моему, и расхода. Ладно, всем счастливо, всем пока!